1 декабря – срок исполнения поручения главы Анапы об освобождении пляжа от незаконных и брошенных арендаторами конструкций. Готовы ли городские службы отчитаться Юрию Полякову о завершении этой работы? С инспекции на прибрежную территорию выехал заместитель главы Анапы Эдуард Балмышев и наша съемочная группа. Анапские пляжи и в межсезонье остаются точкой притяжения для туристов и жителей города-курорта. Чистый ухоженный песок, никакого хлама и уж тем более торговли. Вот главные требования к содержанию прибрежной территории. Их глава Анапы предъявляет к МУПАКУ и управлению по санаторно-курортному комплексу. 18 ноября Юрий Поляков объехал пляжи и отвел 2 недели на наведение порядка. Разбор и вывоз брошенных конструкций велся практически ежедневно. На сегодняшний день демонтировано 24 объекта. Результат радует. Ничего лишнего от центрального пляжа и до ДЖМТ. Работа не завершена только в Витязево по объективным причинам. Собственник бросил в закрытом магазине все оборудование и даже товар. Постепенно содержимое вывозится, а сама конструкция демонтируется. В недельный срок, значит, здание будет ликвидировано и территория приведена в надлежащее санитарное состояние. Я понял, с этим дальше что, вот это все потихоньку вывозится? Вот вывозится сейчас, ежедневно вывозится, да, работает 3 дизель-сантехники здесь. Угу. А вот это что осталось у нас еще, вот этот объект? Ну, это вот сегодня все демонтируется. Все демонтируется, да, сегодня. Все бригады кинуты сюда из-за того, что после штормовое, да, сейчас правую сторону мы сегодня завершаем полностью. Завершаем. Да. Остается только вот здесь. Завершаем. Остается только вот эта постройка магазина. Все понятно. Содержание пляжных территорий и их подготовку к будущему сезону глава Анапы Юрий Поляков назвал приоритетной задачей для своих подчиненных и всей санаторно-курортной отрасли.